всем неравнодушным к науке привет! Сегодня вы узнаете, где создан самый прочный материал и как нас лечит спорт. Об этом и не только в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой. Итак, в мире. Ученым из Венского университета впервые удалось синтезировать стабильную форму феноменального материала, который как минимум вдвое превосходит по прочности графен. Австрийские физики разработали методику, которая позволяет не только создавать стабильные образцы карбина, но и в дальнейшем наладить его массовое производство. Соединив два листа графена и поместив их в углеродные нанотрубки, ученые смогли получить стабильные цепочки карбина длиной свыше 6400 атомов. Эксперименты с карбином будут продолжены, и ультрасовременный материал, возможно, в перспективе будет применяться даже в промышленных масштабах. В России. С помощью занятий спортом можно добиться противовоспалительного эффекта иногда не меньше, чем от приема лекарств, выяснили специалисты Томского госуниверситета. В основе многих заболеваний, например, гастрита, бронхита, астмы и даже сахарного диабета, лежит воспаление. Иногда большую пользу организму могут принести не таблетки, а спорт, считают эксперты. Они исследовали миокины, белки, которые выделяют скелетные мышцы при выполнении физических упражнений. Если будет понятно, как с помощью спорта заставлять миокины воздействовать на иммунитет и укреплять его, это позволит создать принципиально новые методики лечения целого ряда недугов. И напоследок в Татарстане. Казанский государственный медицинский университет выступил с инициативой проведения акции по проверке грамотности «Бердем-диктант». 23 апреля все желающие смогут прийти на открытые площадки, расположенные в учебных зданиях КГМУ, и написать диктант на татарском языке. К акции присоединяются расположенные в городах и районах Татарстана медицинские колледжи и училища. Акция стартует в 14:00 одновременно на всех площадках. Участники диктанта напишут отрывок из романа татарского писателя Абдурахмона Абсалямова «Белые цветы», пропагандирующего чувство гуманизма, доброты и милосердия. А на этом все.